Большевики нас не любили. Встав во главе безмозглых масс, они безжалостно гнобили, они трамбировали нас. Нас выгоняли на работы, мы упирались и не шли, но за доклады и отчеты нам деньги с запада текли. Мы голосили о свободах, мы там и сям клевали власть, чтоб не погибнуть на заводах, в НИИ унылых не пропасть. Бывало, крикнешь: посадили, поработили, караул! И смотришь, Запад разбудили, и Запад деньги отстегнул. Вы полюбуйтесь на заводы, вы только гляньте на НИИ, как будто нашего прихода и нашей крови ждут они. Когда на их слепые окна глядит культурный человек, в нем стынут нервные волокна, а ноги так и рвутся в бег. Услышав грохот на заводе, любой интеллигент забстит и со слезами о свободе и о правах заговорит.